Вот, короче, чуваки. Сегодня такой ролик опять решил запилить, который вам наверняка не понравится. Но я такой человек, такой видеоблогер, да, который вот, можно сказать, толчется на одном и том же месте, а результат ноль. Но результат ноль не потому, что я мудила ватный, а потому что он великий, все никак не может сделать то, что его уже 100 раз просили. Короче, сегодня пойдет речь о Сергее Бадюке, сука. Вот. Сначала предыстория. Когда я был из башки вылетела мысль. Короче, в своих старых еще роликах на забаненных каналах многие мне писали, что у меня животик и у меня висят сиськи. Ну, это, конечно, хорошо, что люди обращают внимание на детали. Это хорошо, что люди заметили, что у меня животик и сиськи висят. На что я ответил этим людям, на их комменты. Хотя я мог не отвечать, понимаете? Я мог не отвечать, игнорировать. Но я ответил людям на эти комменты. Я сделал человеческий поступок. Я ответил. Потому что я считаю, что если блогера спрашивают что-то, если блогера спрашивают, почему у него висящие сиськи, или почему у него, сука, член не стоит, настоящий правдивый видеоблогер должен ответить. Даже если это ему неприятно. Мне было очень неприятно слышать о том, что у меня висящие сиськи и животик. Очень неприятно. Но я ответил людям на этот вопрос. Я ответил. Я сказал людям, что я не занимаюсь красотой своего тела. Я не бодибилдер. Мне уже 43 года. Я много ем сладкого, пью кока-колу, ем мороженое. Я не слежу за своим телом. Я не питаюсь спортивным питанием. Я обычный тупой грузчик. К тому же, кандидат мастера спорта по боксу когда-то был. Все. То есть тут как крути, как не крути. У меня не может быть красивого тела, потому что я им не занимаюсь и неправильно питаюсь. Все. Вопрос, казалось бы, да, исчерпан. Но нет, нет. Те же самые люди мне пишут. А вот Бадюк, вот ему тоже 43 года, а у него нет животика и сиськи не висят. Ну, вообще-то я считаю, что у Бадюка есть животик, и сиськи у него тоже висят. Единственное, что видно, что человек питается спортивным питанием, человек занимается в зале. Это видно. С этим, как бы, спорить не надо. Человек, как бы, конструирует свое тело даже в 43 года. Но если ему нравится это делать, пусть он конструирует свое тело, понимаете? Пусть он будет бодибилдер. А я должен мебель носить моим клиентам, понимаете? У меня нет времени на конструкцию своего тела. На это я тоже ответил. Примерно то же самое, что я вам сейчас сказал. Вот, к тому же я сказал, что у меня есть еще даже плюс. Бадюк, он лысый, а я еще не совсем лысый. 43 года. Вот. И как видите, мне уже 46, а я еще не лысый. На что многие сейчас пишут мне в роликах, что я начинаю стареть и лысеть. Ребята, я вам больше скажу, не только я начинаю стареть и лысеть, но и вы на той стороне экрана за эти долгие годы, пока вы смотрите мои ролики, вы тоже постарели и полысели ровно настолько же, насколько и я. Мало того, я вам скажу еще что, ребята, мои дорогие, я уверен просто на все 100%, что многих из вас, которые там на той стороне экрана, я еще переживу. Да-да, не удивляйтесь, я переживу. И кто больше всех ржет сейчас там, да, тот, скорее всего, раньше меня и помрет. Вот, дальше про Бадюка. В общем, мне опять какую-то там херню написали, что Бадюк, он там великий спортсмен, типа, а я обычный тупой грузчик, короче. И что мне не стоит сравнивать себя с Бадюком. На что я тоже людям ответил. Хорошо, он великий спортсмен, я обычный тупой грузчик. Вот я обычный тупой грузчик могу толкнуть гирю 65 килограмм, толкнуть 8 раз. Вот если Бадюк так сделает,
Я сниму перед ним шляпу, попрошу извинения, и тогда скажу ему: да, он действительно великий спортсмен. Хотя, если так вот, по чесноку, да, Бадюк должен толкнуть гирю не 8 раз, как я, 65 килограмм, чтобы быть великим спортсменом, и как он сам себя называет, что он сильный человек. Он должен ее толкнуть минимум, да, как великий спортсмен, ну 20 раз 65 килограмм гирю. Потому что Дрищ Федоренко, да, Дрищ Федоренко, который весит 80 килограмм, да, Юлька позвонила, запись оборвалась. Так вот, Дрищ Федоренко, который весит 80 килограмм, толкнет гирю 60 килограмм 30 раз левой рукой, потом сразу перекидывает на правой и толкает 30 раз правой рукой. Бадюк никогда так не сделает. И вот в последнее время, и еще поначалу, когда я там в своих роликах, ну как бы на Бадюка бочку катил, мне многие писали, что типа, кто ты такой вообще? Что ты себя вообще с Бадюком сравниваешь, типа? Да он тебя там заломает. Покажите мне, где он там что-то там такое делает, такое, чтобы я его, сука, зассал. Покажите. Присылайте мне, сука, какие-то видеоролики, где он сидит, как обычно, с какими-то там спортсменами левыми и не левыми. Бубнит, сука, поставил перед собой какие-то гири, которые не весят 65 килограмм, и бубнит там, и бубнит про какие-то гири, про гиревой спорт, и, сука, не поднимает эти гири, сука. Вы сейчас, конечно, скажете, он что, должен поднимать гири, что ли? Он что, должен? Сука, он не должен поднимать гири, понимаете, он не должен. Но почему, сука, я должен поднимать тогда гири, когда вы мне не верите? Потому что я, сука, тупой грузчик, что ли? Поэтому должен поднимать гири. Я с таким же успехом мог вам сказать, что я 100 килограмм толкаю на 20 раз. И сказал бы вам, я не должен вам толкать, я вам ничего не должен, сука. Вы мне уже наприсылали этих роликов с Бадюком. Вот когда я вам говорю, что он не толкнет гирю 65 килограмм, вы мне присылаете ролики. Я так думаю, о, классно, сейчас посмотрим, как он толкает гирю 65 килограмм. А он в них не толкает гирю 65 килограмм. Вы какие-то левые ролики присылаете, где он тупо сидит и какую-то херню рассказывает каким-то там малолеткам, поставив перед собой две гири просто. Вы мне конкретно пришлите ролик, где он толкает гирю 65 килограмм. Такого ролика нет и никогда не будет. А ответ от Бадюка вы получите, что он просто толкнет, но он этого не будет делать, он не должен этого делать, сука, он этого не должен делать. А для чего вообще тогда устраивают там чемпионаты мира, например, по тяжелой атлетике? Для того, чтобы вышел какой-то дрищ на помост и сказал так: ха! Я могу рвануть полтонны на 20 раз, но я этого делать не буду. Я не должен. И зал так, публика встает в зал и аплодирует так: браво! Новый чемпион мира! Миша из Мухосранска, который рванул полтонны на 20 раз. Браво! Поздравляем с титулом чемпион мира! Тут вдруг какой-то подходит, сука, который не согласен, и говорит: а пусть он толкнет. А публика сразу так: слышь, мужик, он не должен толкнуть. Он не должен тебя толкать. Раз он сказал, что толкнет, значит, толкнет, сука. И он является чемпионом мира. Вот так вы хотите, чтобы было? Вы хотите, чтобы было так в жизни? Сука, гандоны штопанные. Я еще раз вам говорю, вот, пишите, что хотите мне в комментах. Но я вам еще раз говорю. Бадюк гирю 65 килограмм на 8 раз не толкнет. При всем его желании, при всем его высказывании, что он сильный человек, он себя считает сильным человеком. Он гирю 65 килограмм на 8 раз не толкнет, сука. Вот к чему я этот ролик делал. Вы сейчас скажете: чего я пристал к Бадюку? Я к Бадюку не пристал. Если бы вы, сука, в моих старых роликах не упомянули его фамилию, да, не упомянули, не сравнивали вы меня с Бадюком, вы говорили, что ему 43 года, и он такой в классной форме, а у меня сиськи висят. Я вам это сказал, я со своими висящими сиськами толкну гирю 65 килограмм 8 раз, а он не толкнет.
Вы мне начали доказывать обратное, что он толкнет. Я вас попросил фактов. Факты вы мне, кроме каких-то тупых роликов, где он сидит с двумя гирями и их не поднимает, вы мне ничего больше не прислали, понимаете? Ничего не прислали. Мало того, новые подписчики, которые пришли на мой канал, которые не видели еще старых роликов, они мне тоже уже начали говорить, что я гирю 65 килограмм не толкну. На что я им ответил, роликов было, где толкаю гирю 65 килограмм, куча уже. Не моя проблема, что вы меня баните, понимаете, это не мои проблемы. Но если кто-то не верит, да, ну я в ближайшее время, ну может 8 раз не толкну, я сейчас в плохой форме. Ну, 2-3 раза я 65 килограмм толкну, понимаете, толкну. А Бадюга этого не толкнет все равно. Он ни разу не толкнет Бадюга, ни разу. Вот почему я пилил столько роликов про Бадюга. Вы там, может, думаете, что я там хочу пропиариться за счет Бадюка, я хочу пропиариться за счет Чижа, за счет Влада Савельева. Я всем вам говорю, еще раз, я не хочу иметь много подписчиков. Если кто-то хочет, ради бога, я не хочу. Я хочу иметь единомышленников. Вот знаете, я бы был счастлив, если бы у меня не было даже 4000 подписчиков, как у меня они сейчас есть. Я клянусь вам, вот если бы у меня было 100 единомышленников вместо 4000 подписчиков, было бы намного лучше. Ну, вы, короче, поняли, да? Вы можете еще раз попросить Бадюка, чтобы он поднял гирю 65 килограмм на 8 раз, толкнул. Постарайтесь это сделать. Но я вам сразу же скажу, понимаете, что если он до сих пор ее не толкнул, а я знаю, что его многие просили из моих подписчиков это сделать, если он до сих пор этого не сделает, а как вы знаете, время идет ему не на пользу, он стареет так, как вы и так, как я, понимаете, он у нас, сука, из того же теста сделан, поэтому он не толкнет. И чем дальше время будет идти, сука, тем меньше шансов у него будет эту гирю долбанную толкнуть, сука. Все, короче.